она он сверху мерцает, я фиг знаю почему. Но в игре не будет так мерцать. Вот. Это 1.9.4 Nintendont от 9 мая. У тебя, может быть, если более ранний, то не забудь обновиться, потому что они там какие-то баги чинили, то есть убедись. Так, и заходишь в опции. Здесь у меня уже настроен турнирный. То есть UCF, как минимум, палпач тебе не нужен. Convenience — это нейтральные спавны, прятать теги и прочее дерьмо. Здесь можно дальше включать что-то, но осталось достаточно. Для Моника самое главное вырубать не просто PDF, то есть вот эту тему lag reduction. Обычно на CRT-шках играется PDF, чтобы polling drift фиксить. Тебе на мониторе надо ставить PDF плюс половину фрейма. Потому что иначе будет лютый input lag. Без него как в Ultimate ощущается, что ты дергаешь что-то, оно спустя полсекунды там начинает двигаться. Это замораживает стадион, чтобы он не трансформировался. Это запрещает воблинг. И вот это, наверное, надо оставить, потому что можно играть widescreen, но, типа, чуваки, у которых я этот код воровал, они... Точнее, не коды, а настройки все. У них это нелегально. То есть, грубо говоря, они играют на дефолт. Вот. Ну, то есть, по сути, для Моника единственное отличие, то это вот в этой фигне, что вместо PDF ты ставишь половину фрейм. Вот. Дальше здесь у меня лежат эти образы всяких 2000XX и тренинг мода Uncle Punch. Их нельзя запускать, по-моему, с Sleep Nintendont. И рекомендуется обычного Nintendont запускать. Запускаем мели. Оно сейчас автоматически должно переключаться на 480p, потому что выбран как раз этот код на половину фрейма. И... Бам. Подожди. У вас музыка играет? У меня из монитора теперь музыка играет. Офигеть. Факс. Ну все, Rabbit. И ощущается, по сути, примерно так же. Без кода ощущается прям очень плохо. С кодом очень nice. У меня небольшие черные полосы по бокам Моника, но в целом nice. У меня при том 27 дюймов монитор. И немножко растянутым, кажется, изображение. Но я думаю, нет смысла там пытаться widescreen код какие-то мутить, потому что, во-первых, это непривычно будет немного растянуто. И, во-вторых, опять же, что он, чуваки, не рекомендует от себя. То есть, по сути, работает тема. Единственное, что, чтобы звук у меня передавался в комп, я проводочек втыкал. Я вот Сору говорил, что нужен аудиокабель с двумя джеками, который ты втыкаешь один via в этот адаптер и другой проклятую фигню эту. По ощущению, вот один в один. Я сейчас из слипи вышел. То есть, полчаса по слипи поиграл. Очень отзывчиво, хорошо. Даже, наверное, лучше отзывчиво. И, кстати, звук быстрее здесь, чем в Sleepy. Потому что виндового дерьма нет дополнительного. Как так? Наверное, все, да? Здесь есть экран победы. У вас тут нет, в ваших Sleepy. Здесь есть. Так. Окей, я вырубаю тогда этот кал.